29 апреля, по данным сайта stopcoronavirus.rf, в Чувашии 539 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 97 человек выздоровели. Такую информацию сообщает сайт «Чувашия без паники». Летальных исходов по-прежнему 8. 90 дополнительных мест для больных с коронавирусом создадут на базе Федерального центра травматологии в Чебоксарах. Это распоряжение правительства России. При необходимости центр готов принять пациентов с 14 мая. Помещение центра разделили на чистую и грязную зоны. Это сделано для того, чтобы исключить контакт зараженного коронавирусом с другими пациентами. К работе с COVID-19 готово все. Главный инструмент диагностики – компьютерная томография. Преимущество кабинета компьютерной томографии, в том числе и кабинета магнитно-резонансной томографии, в том, что они у нас оснащены аппаратами для искусственной вентиляции легких. 17 коек из 90 развернут в реанимационном отделении. Сейчас медики проходят дополнительный инструктаж. Сейчас мы проводим все необходимые подготовительные мероприятия. Это и дооснащение нашего центра для лечения указанных пациентов, это и приобретение средств индивидуальной защиты для наших сотрудников, это, конечно же, приобретение специфических этиотропных лекарственных препаратов, то есть все, что необходимо для того, чтобы мы полноценно, в полном режиме смогли оказывать эту помощь. Мы будем работать вахтовым методом, то есть 2 недели смена работает, неделя отдыхает. Для тех врачей, которые не захотят идти домой, оборудуют места для проживания в этом же центре. Рифат Фаткулин, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика.